приятно звучит. Я хочу вам предложить в ходе не использовать так много педалей. Вся педаль очень аналогичная, а вот здесь... Потому что педаль, ну, просто, ну, или поменьше. Ну, это будет какая-то, мне кажется, что это будет какая-то такая неожиданность, такая краска, что ли, вот такая прозрачность уже в конце, вот. Потому что все совершенно логично. И даже вот эта вот у Чайковского фразировка, когда та-ра-ра-рам, та-ра-рам, ну это было везде. Понятно, что мы так не мыслим, но у него так написано. Абсолютно в классических традициях, да? И то же самое здесь. Вот без этого, да? Чуть более строг. Да, теперь обращаю к тебе, смотри. А можно чуть-чуть больше позитива, такого, ах, весна, апрель, подснежник. Все, что я в лесу увидела? Снегу под снежником. А движение хорошее. Сама как бы гармония расцветает, да? Пожалуйста, чуть позитивнее. Можно делать? Не хочется. Хочется и дальше, дальше, дальше. Разучивание, да, чтобы вот это, да. Просто если когда уже на стадии исполнения, конечно, такое частое дыхание, конечно. Да. Посмотри, и еще один момент. Опять-таки отношу за счет того, что это еще, да, потому что хочется, потому что вот это. То есть когда как бы оркестр, понятно, что скрипки не будут ждать.
взмаха дирижера, они уже па-па-па-па-па-та-та-та-та-та, свое там детошение, не знаю что. Но во всяком случае у них уже вот какая-то инерция движения, она уже будет, да? Набегает, ну, то есть, как бы, вот это немножко рубатность такая, да? И еще раз. А, да, пошли дальше. Да, дальше в серединку надо сказать. Доиграли Софичка. Как угодно. Вот этот оборот, ну как у Баха, тарарам, но у Баха это как раз каденция как бы логично. А вот у Чайковского очень часто вот такие обороты, они чуть-чуть, либо как бы имеется в виду, так жалко с предыдущим расстаться, что уже и вслед хочется какой-то красоты и так далее. Здесь нужно просто продумать драматургически, чтобы отказаться от этого. Середина, да? Ре минор, да? А до сих пор у нас был что? Какая-то нарез? Си бемоль мажор, а здесь? Какая-то нарез? Вот так.
нам понять свой посадочный. Что здесь трудно? Правая рука или левая рука? Конечно, левая, да? Это совершенно правильный поворот сюда. То есть отсюда. Сыграй мне левую ручку, чтобы я еще раз понималась. Да, то есть. Симфонист, правда же?
Ну, конечно, он бы это поручил одному инструменту, потом другому, третьему и четвертому. И было бы такое разнообразие, что ты бы даже и не заметила, что здесь четыре одинаковых эпизода, правда же? И поэтому желательно, чтобы, понимаешь, каждый раз... Вроде бы как бы и неприлично композитору все время себя цитировать,
Но уж очень это, и вот я думаю, что это от симфонического мышления, от того, что повторять это хорошо, это много, это я ведь разукрашу потом инструментами, это мышление, оно переходит. Так, если бы Ирина Ивановна не испортила все дело, давай еще раз. Пожалуйста, еще раз сведено. Thank you.